Раз одно включение. Сколько у нас знакомств на 9-м микрорайоне. Как редко мы сюда захаживаем. Это длинношерстная кроличья, да? Вот это кроличья? А, подождите, вот это карликов? Карликовая, да. Карликовая такса. Вот, и это мальчик, да, у нас? Да. Как зовут-то мальчик? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь телезрителям. Перец его зовут. Как? Перец. Перец? Угу. Ничего себе, какой перец-то, а? Ух ты! А это девочка. Она у нас такса, да, длинношерстная, но как вы сказали? Кроличья. Кроличья? Так ты, у тебя родственники кролики, шерсть. А что же ты рыжая? Наверное, у тебя, скорее всего, лисички должны быть в роду. По длине ушей. А, по длине ушей. Вот как определяют родство-то. Надо-то тоже тебе уши померить. Ты-то поди, у нас тоже кроличий. Кроличий такс. Вот. А ее как зовут? Мандаринка. Мандаринка, да ты какая красивая. Ну давай, ну-ка прямо в камеру для нашей мамы. О, мандаринка, ну все. Мама сразу влюбится в тебя. Иди, иди, а то там в домике кто-то уже. Кто-то в домике. Ну какие они красивые. Ой, какие. Вот какие. Вот такое у нас знакомство состоялось по дорожке в лесу на 9-м микрорайоне. Всем спасибо. Всем пока.